мальчик, Кирилл Пискарев, он пришел со спецшколы, с Беловодской, где-то в 2011-2012 году, когда у них там побег был, что-то они там пробежались. В общем, они с этого времени, этот ребенок, находится в центре, и буквально года полтора он перешел к нам в социальное общежитие. Соответственно, согласно нашим правилам, этот ребенок должен и работать, и учиться. Но это он не любит делать. Он все любит бесплатно, все ему нужно жить за чей-то счет. Соответственно, ему не нравятся наши порядки. Когда приходишь на работу и заставляешь их идти на учебу или идти работать, зарабатывать для себя, потому что они себя сами обслуживают. Нас, наших детей никто не кормит, не предусмотрено какие-то бюджетные деньги. Ни на мыло, ни на порошок, ни на медикаменты. Все себя, как взрослые люди, обеспечивают сами себя. Естественно, его подкармливали и подкармливают сегодня Бибикова с центра повара. Их там кормят, потому что им уже надо как-то жить, соответственно, чтобы спасибо им сказать, и они идут на все ваши условия. Можно и очернить.